Не поддаваться панице и выполнять меры профилактики. Особливо это тычется людей пожилого возраста, которые у наибольшей ступени схильны до ускладнения при заражении коронавирусом COVID-19. Самая высокая смертность от него у людей старейших за 65 годов. Про то, как сберегать родных от захворывания, рассказал главный гериатр Гомельской области Олег Иванцов. Пожилым людям рекомендуется обмежевать встречи с детьми и внуками и оставаться у самоизоляции. Пожадано проводить час дома, позбегать поездок у громадским транспорте, наведывание магазинов и поликлиник. У выпадку недомогания неоткладно выкликать урача до дому. Коли возникает острая необходность у наведывания громадских мест, обовязково носить охонные маски, мыть руки и опрацовывать их дезинфекционными сродками. Профилактичные меры действуют и в областном шпитале инвалидов Айчиной войны. У нас введен режим ограничения. То есть все пожилые люди, которые находятся на лечении, они продолжают лечиться. Мы ограничили немножко госпитализацию. Не так много пациентов госпитализируем. Освободили около 80 коек. Зарезервировали для того, чтобы на случай вдруг понадобятся места для госпитализации. И мы очень рекомендуем всем родственникам, которые есть, общаться с нашими пациентами лучше по телефону, как-нибудь так дистанционно. Не навещать в это время, потому что мы ограничили посещение родственников наших пациентов. Особливость коронавируса – великий инкубационный период. Прикметы хворобы могут проявиться только на 14-й день. До того же молодых людей она может пройти бессимптомно, тому навод здоровый с выгляду человек может быть носбитом вирусу. Тому пожилым людям лепш застерахчися от контактов.